Прокуратура города Магадана провела проверку. Установлено, что придомовые территории не очищены от снега. Колейность свыше 5 сантиметров и скользко, что создает угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. В целях устранения выявленных нарушений руководителям 6 управляющих компаний вынесены представления. Управляющие компании активно занялись уборкой снега во дворах Магадана. Сегодня погрузчики и самосвалы работали на Гагарина, Лукса, Якутской, Попова и Карла Маркса. На 18 обслуживающих организаций приходится около 1000 многоквартирных домов. С таким объемом, тем более во время циклонов, справиться в кратчайшие сроки не получается. Вся техника, которая работает в управляющих компаниях, она вся привлеченная. Для того, чтобы управляющие компании имели возможность иметь собственную технику, для этого им необходимо повышать размер платы за содержание. По-прежнему на расчистке улиц и проезжих частей работает ГЛУ. Основная проблема – брошенные автомобили, которые эвакуировать коммунальщиков запрещает закон. Кроме того, дорожная служба вынуждена работать в неполном составе из-за экономии бензина. Запаса хватит на 15 суток. Несмотря на это, исполняющий обязанности мэра Александр Малашевский поручил до воскресенья привести в порядок Соборную площадь и территорию у центрального входа в парк. Магадан готовит к акции, посвященной Году добровольца.